Steam появилась возможность поймать вирус. Несколько дней назад хакеры взломали аккаунт разработчика популярной модификации Downfall для Slay the Pire в Steam и загрузили файлы, содержащие вредоносное ПО. И самое главное, благодаря автообновлениям от Steam, пользователям даже не пришлось ничего скачивать. Пострадали все, кто запустили игру в момент взлома и увидели при этом окно установщика библиотеки Unity. Троян угнал у игроков все пароли, включая данные для Discord и Telegram. К счастью, взлом удалось быстро пофиксить, но неприятный осадочек остался.